Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня четверг, 13 февраля. Вы смотрите последние новости от компании InstaTV, в студии Анна Касаткина. Потребительские цены в Германии снизились на 0,6% в январе по сравнению с прошлым месяцем. Бюро статистики Destatis сегодня опубликовало результаты повторной оценки. Годовая инфляция в крупнейшей экономике Европы составила 1,3%, на 0,1% меньше, чем в прошлом месяце. Без учета стоимости топлива цены выросли на 1,8%. Хотя уровень инфляции в Германии далек от целевого значения в 2%, он все же намного выше среднего уровня по еврозоне в 0,7%. Тем не менее, замедление является тревожным сигналом. Многие эксперты опасаются скорого начала дефляции в зоне обращения евро. Однако настрой ЕЦБ остается оптимистичным. Ранее глава регулятора Марио Драги выразил уверенность, что ультрамягкая монетарная политика вскоре принесет плоды. Центробанк снизил процентную ставку до 0,25% в ноябре прошлого года. Пара евро-доллар в первой половине дня находилась в бычьем тренде. Публикация окончательного отчета по инфляции, полностью совпавшая с первичной оценкой, способствовала укреплению позиции европейской валюты и приближению котировок к уровню в 1 доллар 36,30 цента. Накануне член Совета директоров ЕЦБ Люк Кён сообщил, что для определения дальнейших шагов регулятора данных по инфляции недостаточно. Руководство Центробанка намерено провести более глубокий анализ ситуации с учетом данных по кредитованию, темпов роста ВВП и событий на развивающихся рынках. И лишь затем стоит решать, нужно ли еврозоне дальнейшее смягчение монетарной политики. Это были новости на канале InstaTV. Всего вам доброго. До свидания.